Я всех приветствую. Итак, сейчас будет расклад для женщин. Как ко мне относится мужчина или мой мужчина? Итак, здесь 4 короля. Вы можете выбрать любую карту. Вот прям интуитивно. Вот куда тянетесь, куда падает глаз. Загадывайте карту, думайте о своем мужчине, который у вас есть. Сейчас будем смотреть. Итак, первая карта. Король монет. Что он думает о вас? Он пока еще сам определиться не может. Он взвешивает. И все за и против. И он думает, какая вы хорошая, какая вы плохая. Все ваши стороны пытается просмотреть. Но у него ничего не получается, потому что у него закрыты глаза. Он вас толком понять не может. Он вас толком почувствовать не может. Что он там взвешивает еще для себя, это непонятно. Такое ощущение, как будто... Он не рядом с вами, поэтому не может сделать правильный выбор, определиться с вами. Что он к вам чувствует? Что вы очень далекая, что вы очень холодная, но он питает надежды к вам. Вы ему нравитесь, ему с вами интересно, сказочно, я бы так сказала. Знаете, как такая красивая фея, которую палочка может взмахнуть? Вот что-то такое. Какие-то вы у него вызываете сказочные такие чувства. И в то же время вы какая-то такая отстраненная, немножко холодная для него. Его реальное намерение по поводу вас... Ну, он собирается действовать, да, потому что он говорит, все от меня зависит. Как я хочу, так и будет. У меня же все для этого есть. Я главный мужчина. Он собирается что-то делать, добиваться вас. Что он показывает вам? Строит много планов. Эти планы все иллюзии. Может, он вам рассказывает сказки? Как он там станет олигархом, купит остров, и вы с ним полетите на Марс. Шучу, конечно. Но человек, наверное, скорее всего, мечтает с вами. Но это все пока иллюзия. Развитие ваших отношений на будущее. Так, ну пока все ровно. Не ждите прям, чтобы отношения начали прям так развиваться или же наоборот затухать. Нет, золотая середина, она существует. Ну, еще раз пограничную выберу карту. Ну да, 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 выбор. Пока еще непонятно толком, как будут они развиваться. Выбор есть и у вас, и у него. Отношения пока ровные. Угу, но пока вам хорошо вместе. Вы чувствуете друг друга, что это ваш человек, вы как бы на одной волне. Эмоциями, мыслями, разговорами и так далее. Но то, что вы хотите каких-то развитий, пока нету. Итог ваших отношений, как он будет? Дьявол. Потрясающе. Ну как же без него? Зависимость друг от друга. Это опасные игры. Это секс. Это зависимость. Это... Опасные связи, да? Когда ты не можешь без человека, ты его хочешь, он как наркотик для тебя. Вот итог этих отношений. Будете друг друга, не знаю, душить где-то, убивать внутренне, да? Расстаться не можете, потому что зависите от друг друга. Не можете жить порознь. Не можете существовать. Всегда хотите быть вместе. Итак, второй король наш... Это король жезлов. Что он думает о вас? Угу. Ну,
вы спокойная, терпеливая, рядом с ним, с вами ему комфортно, хорошо, легко. Ну, свой человек, он спокоен с вами. Что он чувствует к вам? Ну вот прям хочется сказать «моё, моё, моё родное». И даже пахнет так же, как он. Таким родным, теплым, вкусным. То есть он в вас как бы уверен. И что вы его человек. Его реальное намерение по поводу вас. Ну, любовь, чувства, эмоции. Мне нравится прям здесь король жезлов. Хороший, видать, мужик. Или парень. Что он показывает вам? А, нет, что он показывает вам уже понятно. Это любовь. Так. Его реальное намерение, да? Быть с вами, чтобы все стабильно было, чтобы постоянно было. Он, кстати, к этому и стремится. Он, скорее всего, видит вас, своего человека, родного, теплого, который тоже так же думает, как он, по поведению, по характеру, который тоже любит и чувствует эту любовь, и вы, и он. У вас прям все так вместе. И хочет постоянства в отношениях. Чтобы было все стабильно, чтобы было вкусно вместе, чтобы было хорошо, тепло, защищенно, понимаете? Как будут развиваться ваши отношения? Так, хорошо будут развиваться отношения. Возможно, это документы, возможно, подача в ЗАГС тоже может быть. И я бы сказала бы так, будьте справедливы к нему и к себе. Не надо хитрить, не надо обманывать, не надо манипулировать. Будьте честны. Будьте честны. Вы взвешивайте хорошо, прежде чем что-то сказать или что-то сделать. Потому что он хочет хороших отношений. Вот этот мужчина, именно, король жезлов, молодец. Мне уже нравится он. Он хочет хороших, искренних отношений, потому что он сам такой же. И вот он думает, что он нашел хорошую женщину для себя, девушку хорошую нашел, такой же, как он, теплых. Он хочет верных, хороших, теплых, вкусных отношений. И, возможно, пойти в ЗАГС и оформить отношения как-то, может, даже документально. Итог этих отношений. Не дай бог сейчас пока какая-нибудь выйдет. Ага. Итог этих отношений, нужно много еще работать, стараться в этих отношениях. Что-то делать, что-то привносить туда. Но работа еще требует. Эти отношения нужны еще. То есть много сил надо туда нести. И ему, и вам. Так, третий король у нас. Это у нас король кубков. Итак. Что он думает о вас? Угу. Что вы женщина, императрица, добрая, мягкая, заботливая, такая мамочка, такая жена хорошая, то есть, которая теплая, такая сладкая женщина, его женщина. Что он чувствует к вам? У него много планов по поводу вас, может быть, какие-то переезды куда-то, и... Вы его прям так вдохновляете на какие-то планы, и он так загорается с вами. Ему так хорошо, комфортно, уютно, просто. Вы вот его. Здесь тоже, кстати, хороших, видать, мужчина. Реальные намерения его по поводу вас. Ну, это... Он не всегда будет с вами соглашаться. Не всегда. У него есть своя точка зрения, и вы должны с ним соглашаться. Он будет отстаивать свою позицию. Это человек очень коммуникабельный. Он много пишет, звонит, разговаривает, общается. Интернет, радио, телефоны. Всегда на какой-то связи с кем-то. И он с вами будет тоже общаться. Его реальные намерения. Ну да, он ждет, он что-то ждет, он выжидает. Он чего-то ждет. Может быть, все угодно, что угодно. Переезды, поездки, командировки, должен прилететь, улететь.
То есть, какие документы, может быть, он ждет? Мужчина реальный. Что он показывает вам? Показывает, что с вами хорошо. У вас уже есть прошлое с ним. Вы уже жили вместе, наверное, скорее всего, или встречались долгое время, и вам есть что вспомнить. Вы как дети радуетесь. Вас вот это вот прошлое и связывает. Когда ты можешь вспомнить, что ты с ним делала год назад, как ты с ним дурачилась. Это приятное воспоминание. Так. Развитие ваших отношений с ним на будущее. Да, стремительные. Стремительные вперед, нет преград, все хорошо. Итог этих отношений, как он будет? Хорошая свадьба закончится. Тройка кубков – это удовольствие, это свадьбы, праздники, застолья. Все сидят, танцуют, пьют, гуляют. Понимаете, да? Скорее всего, здесь и точно будет брак. Вы к этому идете. Король кубков – самый хороший мужчина. И король жезлов тоже. Здесь и немножко как-то мутно. Мутно. Очень интересно. Здесь как интриги такие вот. И к дьяволу приходят. То есть вообще потрясающе. Так, четвертый король у нас. Это король мечей. Так, что он думает о вас? Что вы легкая такая, то есть по характеру взаимосвязаны и с людьми, и с ним, и с природой, и с миром. То есть вы такая интересная, имеете такой какой-то, может быть, детский характер, позитивная, трудолюбивая, простая, умница такая. Что он чувствует к вам? Ну, то есть, как дурачок. Ай, была не была. Вот что будет, то будет. Живем сегодня, все, гуляем. То есть, он не заботится, он... У него чувства такие легкие, понимаете, к вам. Он не углубляется, чтобы больше вас познать. Такое ощущение, как будто он вот только начинает вас изучать. Вы как будто, может быть, вы только открываетесь для него или стараетесь как-то подальше его держать от себя, потому что он полностью еще вас не может почувствовать. Его реальные намерения по поводу вас. Он хочет изменений, да, он хочет все поменять, потому что уже, скорее всего, пришло время. То, что он уже был с вами, эти отношения, или это какая-то связь, ему уже это все надоело, он хочет на новый уровень, чтобы больше вас узнать, чтобы в ваших отношениях с ним что-то поменялось. Может, он вас хочет больше изучить, понять вас. Что он вам показывает? Показывает, что он такой сильный, смелый, лидер, солнечный, такая зажигалочка, все зависит от него. Как он хочет, так и будет вообще, он бог и царь. Развитие ваших с ним отношений. Надо трудиться. Надо трудиться над отношениями, надо еще над ними работать. Прям вот каждый, вот вычитать, там, я не знаю... Каждую ситуацию не закрывать глаза. Ну, там как будет, так и будет. Нет, вот каждое, что-то не нравится, надо говорить об этом. Надо вот еще притираться. Работы много над отношениями, над вот этой связью с ним. Итог этих отношений, какой же он будет? Ну, любовь, да. И, возможно, то, что у вас есть, скорее всего, еще какой-то мужчина. И у этого мужчины тоже, скорее всего, есть какая-то девушка. Он будет выбирать, вы будете выбирать. Ну и вы вместе тоже, то есть, подходите. Но над отношением надо работать. Давай совет. Я сейчас вам дам совет. Да, вот мне прям в голову пришло. Совет. Совет по последнему? Нет, совет по первому королю. Что вам делать в этих отношениях? Как? Все стабильно, все хорошо. Вот как есть, пусть так и будет. То есть счастье, удача, все стабильно, все хорошо. Здесь все нормально. Король жезлов. Тут какой совет? Здесь опускай рулит женщина. Или рулит, да? Пусть женщина командует, так скажем.
От нее все призависит. Здесь тоже все хорошо, стабильно, спокойно, нормально. Пусть женщина управляет, задает как бы темп развитию отношений. Ну, как бы так. Пусть вкусно готовит, и чтобы ему было вкусно с этой женщиной. Третий, король кубков. Тут совет. Здесь немножко тяжело, отношения идут тяжело, бросить нельзя, надо дотащить. Дотащить до свадьбы надо. Надо, здесь никуда не бросишь. Это совет просто вот, надо. Терпеть и тащить все это. И король мечей, последний совет. Здесь женщина тоже должна взять на себя ответственность и двигаться вперед. Не надо ждать, когда мужчина сам там созреет. Самое главное, он согласен, все. Все остальное должно исходить первое от женщины. Можно даже предлагать поехать куда-то вместе. Да. Или даже просто покататься на машине по городу. Тоже можно. Неплохо. Для отношений будет неплохо. Вот даже мне две женщины вышли. Вот что означает расклад для женщин? Это совет двум женщинам. Вот такой расклад. Всем спасибо.